этот день делегатов и гостей съезда приветствовали посланцы советской молодежи и юные ленинцы. Назад коммунист, воспитанник ленинского комсомола Юрий Алексеевич Гагарин впервые в истории человечества шагнул в космос. Десятая пятилетка была ознаменована новыми выдающимися достижениями в науке и технике, стала пятилеткой интернационального космического сотрудничества. И мы гордимся, что и в эти дела свой достойный вклад несла молодежь. Товарищ генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, разрешите мне, рабочему Московского автозавода имени Ленинского комсомола, от имени советской молодежи вручить рапорт 26-му съезду Коммунистической партии. Отвержено притворять в жизнь исторические решения 26-го съезда КПСС, не успокаиваться на достигнутом, еще большей настойчивостью воспитывать молодежь в духе коммунистической идейности, высокой нравственности, дисциплины и организованности. Во всем и всегда следовать ленинским заветам. Твердо держать в руках красное знамя октября. Быть верными сынами и дочерьми социалистической отчизны. Трудом укреплять и украшать Родину, и, если потребуется, беззаветно защищать ее, не щадя жизни, клянемся! Клянемся! 26-й съезд КПСС продолжает работать.